Всем привет, друзья! Снимаю видео из города Героя Туапсе. Такие вот тут деревья. Кто вечером в деревнях или отдаленных районах города замечали такую картину, что возле магазинчиков частных собираются люди вечером и бухают. Обратите внимание, как это сделали в Туапсе. Поставили вот такую вот рядом с магазином вот такую вот беседочку. Пожалуйста, раз вы такие ненасытные алкашье, вот, пожалуйста, здесь можно покурить, бычочки поукидывать. Есть столик, лавочка, еще один столик, куда можно поставить пивас. Он, конечно, немного подразрушился, но сами знаете, какой контингент. Но все равно, я считаю, клево облагородили, чтобы не срали, блин, возле магазина. Вот вы говорите, это вообще деревня. А молодцы. Вот так вот. Молодцы.